Салават Стекло запустило первое в России производство крупногабаритного листового стекла. Для этого на заводе провели модернизацию, вложив в проект более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель премьер-министра, глава Минпрома Александр Шильдяев. Линию обновили за несколько месяцев, провели реконструкцию стекловаренной печи, ванны расплава, техперевооружение оборудования составного цеха, печи отжига и линии резки и упаковки. Ввели новую печь, поставили на прогрев холодную печь. 3,6 миллиарда рублей инвестиций. Ровно через 30 дней вот с момента холодного пуска будет первая партия как раз листового стекла. Стекло будет листовое оверсайз, то есть это длина 12 метров. Таких производств в России нет. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства «Салават-стекло» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Инвестор получил налоговые преференции. Объем господдержки оценивается в 202 миллиона рублей, из которых 164 миллиона – это льгота по налогу на имущество. Еще 39 миллионов рублей – по налогу на прибыль.